Одним из самых посещаемых на Всемирной выставке Экспо-2020 в Дубае стал павильон Азербайджана. Трехэтажное строение, напоминающее по форме дерево, ежедневно привлекает свыше 10 тысяч посетителей со всего мира. Павильон удивляет креативным оформлением и технологическими новшествами, использованными в экспозиции. У нас безумно красивый павильон, и он красивее, чем на фотографиях. А для меня, как для фотографа, я перед тем, как приехать, обязательно посмотрел. Он невероятно красивый и где-то напомнил мне центр Гейдар-Алиева. Такой же воздушный, такой же светлый, интересный. Что мне больше всего запомнилось? Именно форма и особенно внешний вид нашего павильона. Здесь надо быть, и с какой бы стороны вы ни посмотрели, он со всех сторон открывается по-своему. Я видела фотографии, я видела видео, дайджесты, но то, что я увидела в итоге воочию, это совсем иное. Много интересных инноваций использовано. Красивая тематика цветов, она показана очень красиво, и когда они раскрываются, и используя инновативную технику, можно выбрать информацию. То есть и красота, и информативность, они соединились воедино. Павильон не перестает удивлять посетителей выставки. На национальной площадке прошла долгожданная презентация ковра, посвященного дружбе между Азербайджаном и Объединенными Арабскими Эмиратами. Ковер «Дослуг» – плод сотрудничества творческого коллектива «Азерхалча» и заслуженного художника страны Рашада Аликперова. Представляет собой синтез традиций азербайджанского ковроткачества с современными тенденциями дизайна. Что такое азербайджанский ковер? Азербайджанский ковер – это искусство, которое стоит у истоков декоративно-прикладного искусства Азербайджана. Мы испокон веков ткем прекрасные азербайджанские ковры, которые украшают великолепные музеи мира. Они до сих пор продаются на всех ведущих аукционах. Но что мы можем сделать сейчас? Что мы можем внести? Все искусство прогрессирует, поэтому мы считаем, что и ковровое искусство должно прогрессировать. И сегодня мы представляем современный ковер, ковер под названием «Дружба». На ковре «Дослуг» изображены исторические и современные достопримечательности, являющиеся визитными карточками Баку и Дубая. Кроме того, в оформлении отражены мотивы флоры и фауны двух дружеских стран. В центре композиции выделяется орнамент, символизирующий рукопожатие, в котором переплетаются флаги двух государств. Где-то месяц-полтора, может, плюс-минус, это заняло ресерч. Чисто как бы, да, знаете, символы, как бы, да, как моменты, которые соединяют, объединяют нас, как элемент дружбы между Дубаем и Азербайджаном, между Дубаем и Баку. Там были выбраны символы, и мы использовали самые главные, как бы, да, элементы двух городов. 7 месяцев работали над этим ковром. В течение двух последующих дней, 19 и 20 февраля, в азербайджанском павильоне на выставке «Дубай-экспо-2020» будут организованы мастер-классы для желающих познать секреты древнего искусства ковроткачества. Альбина Абдрахманова, Сеймур Гулиев, CBC, Дубай.